Компания, занимающаяся исследованиями покупательских предпочтений в России, выявила фаворита новогодних пожеланий. Каждый третий из запрошенных детей мечтает найти под елкой конструктор Лего. Интересно, что нынешние дети, перечисляя свои пожелания, называют не просто виды игрушек, а именно марки. Если рассматривать мнение взрослых, то для них покупки детям – основная статья бюджета семьи. Но ради счастья своего чада они готовы к тратам. Причем в этом году средняя стоимость детского подарка выросла на 12% и составила примерно 1250 рублей. Ты знаешь, я бы сказала, что эта сумма-то сносная. А ведь запросы наших детей бывают иногда и выше суммы с 4 нулями. Как умерить детский аппетит к Новому году и можно ли повлиять на выбор подарка, узнаем у психолога Виктории Габышевой. Виктория Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, статистика статистикой, да. Но лучше-то, наверное, и правильнее будет спросить у самих детей, что же они просят у Деда Мороза. Давайте посмотрим на экран. Я пожелала, чтобы он мне подарил планшет. Я бы хотела, чтобы он мне принес Ферби Бум. Это сейчас идет такой, как бы, в виде хомячка, и он электронный, с ним можно играть. Я бы хотела, ну, чтобы он мне принес 5 кукол Monster High, потому что я их люблю. И еще я хотела бы компьютер. Ремарка, конечно, вот сразу же от меня, как от мамы, потому что я сама мама девочки, но вот куклы около 10 тысяч выйдут, потом Ферби тоже около 10 тысяч стоят, ну я уж не говорю о гаджетах. Почему запросы с каждым годом растут? Мы их как-то избаловали, что ли? Или просто жертвы рекламы, дети? Ну, я думаю, что, в принципе, мы сейчас видим то, что на прилавках есть, и поэтому дети выбирают то, что мы им предлагаем. Угу. То, что они могут выбрать, и то, что они могут увидеть. То, что предлагает индустрия. То, что предлагает индустрия. Они только выбирают, они не смотрят на цену, они смотрят на потребности, конечно, их, как они могут использовать. А вот гаджеты очень часто входят в покупки, и наши дети становятся информационными продуктами самостоятельно. Они без этого уже даже жить не могут. А если рассмотреть возраст ребенка, хорошо, например, мы вот все те самые жертвы рекламы, могут ли родители использовать какие-то хитрости для того, чтобы как-то повлиять на мнение ребенка, чтобы он выбрал подарок подешевле? Ну, во-первых, как бы первоначально, когда вы посещаете с ребенком магазин, обязательно нужно ставить свою определенную ремарку, на каком, какой хороший подарок, не подарок, даже а игрушка. Вот мне тоже нравится вот этот, вот эта кукла, да, или вот у этой лучше глазки открываются. И ребенок слушает родителей, и он прислушивается к их мнению. Виктория Анатольевна, но это для маленьких детей. Здесь хорошо, авторитет родителей, ладно. А для подростка? Ну, для подростка давайте определимся. Вот я знаю семью, в которой дарили Дед Мороза подарок один, а от родителей второй. Поэтому родители говорили, да, у меня есть возможность предложить тебе и купить планшет, например, да, какой-то дорогой, а вот от Деда Мороза ты получаешь подарок какой-то, ну вот, детский, да, который тебя поощряет за то, что ты весь год был хороший, слушался родителей. Конечно, если это мы говорим про подростка уже 14-15 лет, для него это уже не будет каким-то стимуляционным таким вопросом о том, чтобы... Если сумма все-таки неподъемная, понимаете, ребенок просит у Деда Мороза именно гаджет, да, вот можно как-то, отговорить-то ребенка. Берите его пол, сказать, ты плохо учился, поэтому на Новый год не получишь вот такой сумму подарок. Ну, давайте вернемся к тому, что девочка вот сейчас просила компьютер. И с другой стороны, кто у нас такой Дед Мороз? Это же... Волшебник. Да, волшебник. Конечно. Он осуществляет мечты. У него там эльфы, которые игрушки делают своими руками. Если ребенок с потребности уже высокий, и он просит компьютер, ну, съездим к нему, к Деду Морозу в гости, он не делает компьютера, это не Apple. Вот это хорошая идея. Вот что-то мне раньше в голову этого не приходило. Да, да, да. Здорово. Да. И как бы подросток всегда ставит во главу угла, кто дарит мне уже подарки. Это хорошо. Родители или тот Дедушка Мороз? Вот наказывать можно этим? Лишать подарков, если ребенок, не знаю, двойку получил, комнату не убрал? Мы его унижаем достоинство или нет? Или он понимает, что он плохо себя вел, поэтому и подарок будет соответствующий? Нет, подарок – это подарок, он от души. Вообще с воспитанием, с воспитательным процессом подарки никак не должны быть связаны. А как тогда манипулировать ребенком можно вот в этом отношении? Ну, это большая, огромная тема. Манипулировать, конечно, не нужно. Очень хочется. Очень хочется, конечно. Очень хочется заставить ребенка что-то сделать и потом ему что-то подарить. Но здесь должны родители четко понимать, что и ребенок научится тому же самому. Я не вымою для тебя посуду, пока ты мне не купишь Барби.
Я не вымою посуду, пока у меня не будет планшета. И мы приходим в тупиковую ситуацию. Подумайте об этом заранее. Подумаем. Виктория Анатольевна, спасибо большое. Вот хорошая, отличная идея. Вот надо ее обязательно запомнить. Дед Мороз не делает гаджетов, делает компьютер. Делает игрушки. Спасибо большое. С наступающим. С вашей тоже.